Ребят, вы представляете, я только что сейчас подарок оставил хозяину леса, попросил, и вот появился Шурик. Так рано, он первый раз пришел. Рядом со мной. Привет зрителям передашь? Ага, все, поздоровался, красавец. Всем привет, ребята, вы на канале «Ушел по делам». Вот, ребят, сегодня выбрался в парк покормить лисят. Вот сейчас стою, пока никого нет, здесь встретил людей. Вы знаете, сейчас такая история произошла. Стояли люди, ну, ждали Шурика, принесли покормить. Кстати, вот передали еду. Помимо того, то, что они в норы бросили много куриных шеек, это я, ребят, купил им куриные сердечки. Вот, и люди стояли, и вы знаете, я вот четко, отчетливо видел, что к ним бежит лисенок. Сгорелись глаза. Два глаза приближаются к ним. Туда-сюда, туда-сюда, вы представляете? Я четко был уверен, что это лиса. Либо это малыш, либо Шурик. Я даже к ним подошел. Но говорят, что никого они не видели. Вот. Мистика. Не знаю, может быть, опять лесной хозяин решил подшутить. Вам серьезно говорю, я отчетливо видел, как обычно, когда лисы на фонарик идут, это отчетливо видно, как глаза блестят у них. Вот. Но никого не оказалось. Ну что, ребята, подожду, посмотрю, получится ли кого-нибудь сегодня встретить. Последний раз я видел малыша, он был ранен, уже прошло около дней 15. Вот. И дня 4 я не видел Шурика. Вот, ребят, такие куриные шеи, мясистые, люди принесли, бросили. Ну, говорят, в каждую нору бросили. Вот. Пока никого нету. Ну что, ребят, вот такой контейнер, он глубокий. Это куриные шейки, я здесь его оставлю. Лисята знают об этом месте. Может, кто-нибудь придет, либо малыш, либо Шурик, и покушает. Я еще, конечно, сейчас подожду, постою. Попробую дождаться кого-нибудь. Ну что, ребят, вот другая нора. Видите, здесь люди приходили, тоже бросили куриные шейки. Ну что, лисят я не дождался. Оставил им брикетик с куриными шейками. Посмотрим, ребят, может быть, завтра я сюда доеду, и мы увидим, приходил кто, нет. Все, всем пока. Ну что, ребят, мы видим, куриных шеек нету, значит, кто-то приходил. Вчера здесь они были, ночью люди приходили, оставили покушать, сегодня нет, кто-то приходил. Всем привет, вы на канале «Ушел по делам». Вот сегодня я приехал в парк покормить лисят. Сейчас у нас, ребята, 1 ноября, и посмотрите, как нас природа одарила еще одним днем лета, летним днем. Вы знаете, я вчера сюда приезжал, уже было поздно, встретил людей, которые тоже кормят лисят, никого они не встретили, передали мне корм, который я оставил. Вот, ребята, оставлял здесь корм, и что мы наблюдаем, смотрите, ничего нету, даже тарелки нету, представляете? Кто-то, значит, приходил и покушал. Даже тарелку унес. Плошку. Там была плошка такая большая, с шеями куриными. Ну, не знаю, получится ли нам сегодня кого-нибудь встретить или нет. Попробуем. Они сейчас еще спят. Я специально пораньше приехал посмотреть, были ли лисят или нет. Вот. Ну, я попозже, как стемнеет, подъеду. И попробуем кого-нибудь дождаться. Кстати, вы знаете, я опять в третий раз привез деду лесному, или хозяину леса, лешему, вот, подарочек. Я вот два раза ему закапывал, и два раза ко мне выходили лисят, когда их долго не было. Вот, ребят, больше этого не делал, хочу сегодня опять это сделать, оставить ему подарочек. Ребят, смотрите, лиса появилась, но не откликается ни на малыша, ни на Шурик. Шурик! Малыш, иди сюда, на! Какая-то, ребят, лиса. Не пойму, кто это. Он идет. Шурик! Спал лис. Хвост такой пушистый. На, на, иди кушай. На, иди кушай. А, это Шурик, ребята. Я его не узнал. Смотрите, он как сливается. Ты сегодня что так рано проснулся? Ребят, вы представляете, я только что сейчас подарок оставил хозяину леса, попросил, и вот появился Шурик. Так рано, он первый раз пришел.
Вот, еще светло. На, кушай. Кушай. На, Шурик. Это ты приходил здесь покушал вчера? Смотрите, кушает не голодный. На, кушай. Смотрите, у него мех меняется, становится такой беленький, светленький мех становится. На, кушай. Все, ребят, пошел закапывать. Хвост такой у него пушистый. Смотрите, какой хвост у него пушистый. Обалдеть. Ну пусть прячет. Смотрите, не знает, куда спрятать. Вы знаете, я первый раз его вижу днем, когда светло, и вообще я его с трудом узнаю. Я уже привык его ночью наблюдать. Ребята, он зевает, только проснулся. Красавец. Какой ты красивый днем вообще. Смотрите, зевает. Шурик. На, на, иди, бери. Бери, кушай. Ты еще никак проснуться не можешь, да? Смотрите, я это скушал. Ты малыша не видел, Шурик? Пойдемте еще дам. Пойдем. Там еще есть. Пойдем, пойдем. Смотрите, он это наводит марафет, прихорашивается. Привет зрителям передашь? Привет зрителям передашь? Пошел к велосипеду. Так. На, иди, бери. Бери, кушай. Вот, ребят, вот так беру и даю. Еще будешь? Ну, я сейчас тебе еще дам. Опа. О, собака. Появилась собака, смотрите. И Шурик стартанул. Ух ты, как убежал резко. Вон, ребят, собака без поводка. Две собаки. Без поводка. Не знаю, сейчас посмотрим, вернется он или нет. Ну что, ребят, Шурик убежал в ту сторону, пока его нет, но вы знаете, вот совсем недавно, ну вот Шурик убежал, минут через пять, здесь появились три огромные собаки бродячие. Ну, месяцев, наверное, четыре назад у меня уже был с ним прецедент, конфликт. Они были у лисьей норы и не пускали ее туда, охотились, в общем, на лис. Вы знаете, у меня такое ощущение, что вообще они, наверное, повадились. Вот я еду здесь стал оставлять, они, наверное, сюда повадились кушать. Ну ладно, пока Шурика нет, ребят, нальем ему водички. Нашел я его миску. Куда-то он ее оттащил от этого места, пришлось походить. Так, ребят, водичка есть. Ну не знаю, сейчас посижу, подожду. Жалко, конечно, что собаки спугнули. Я вообще встретил, чтобы днем вообще светло, вот. Потому что лица они опасаются передвигаться, ну, угроза, но очень проще прятаться, вот, чтобы убежать была возможность. Ну ладно, подождем, может быть придет, конечно хочется, чтобы еще и малыш объявился, потому что я даже не знаю, что с малышом, давно его не было, после того, когда он последний раз приходил, был ранен. Вон, ребята, собака бродячая. Они караулят, а там как раз Шурик. Сейчас я им дам. Их там три. Одна прибежала, огромная. А ну! Вы представляете, в ту сторону бежал Шурик, и там они сидят. Вот, они чувствуют его запах и пытаются его поймать. Я начал подзывать Шурика, и они сразу, вот один разведчик сюда подбежал посмотреть, есть ли еда или нет. Ну что, ребят, иду туда, куда убежал Шурик, и где находятся собаки, эти огромные три собаки бродячие. Если они здесь находятся, попытаюсь их прогнать
и вообще отбить желание сюда приходить. А я смотрю, что-то в последнее время, почему лисята пропали. А это, представляете, банда опять повадилась охотиться на них. Вот так вот. Кстати, вы знаете, они опять у тех нор, где я всегда прихожу кормить. И они вот там трутся. Сейчас я туда подойду, посмотрим. Вот, ребят, нора. Ну что, я посмотрел. Там еще есть нора, где много выходов. Там никого нет и собак. Видно, сейчас я спугнул, они хорошо на педаль надавили. Вот. Не знаю, где Шурик. Может быть, где-нибудь здесь из нор. Либо он вообще стартанул на детскую площадку или на спортивную площадку. Это где вообще около 3 километров отсюда. Но у него хороший старт был такой. Видно, что парень на спорте. Ладно, ребят, сейчас подожду. Может быть, еще получится кого-нибудь встретить. Вот, ребят, на пне, видите, шоколадное бюзе. Вот, печенье я развернул, положил на пенек, обертку убрал с собой. Ну, попросил хозяина леса, лешего, чтобы сегодня ко мне вышли лисята. Вы представляете, я его просил 3-й раз, и прям моментально появился Шурик. Никогда такого не было, чтобы он в это время выходил. И он появился, вы представляете? Вот теперь даже не знаешь, верить в это или нет. Ну, что-то присутствует в лесу. Дух леса, это, мне кажется, действительно есть. И не стоит это недооценивать некоторым людям, которые приходят со злом сюда. Природу надо уважать и тех, кто здесь живет. Ну, пока Шурика нет. Я думаю, сейчас пока еще светло, погода хорошая. Поеду покатаюсь на велосипеде. Вот. И попозже, как обычно, часика через 3 подъеду сюда. Вот. Попробую еще кого-нибудь встретить. Конечно, хотелось бы и малыша увидеть. А вот, ребята, я подъехал еще к одной норе. Здесь люди оставляли, видите, большие куриные шеи. Я даже не знаю, это куриные или чьи, или индюшачьи. Ну, шеи действительно огромные. Что наблюдаем? Что мясо на месте, никто здесь не брал. А в той норе, откуда появился Шурик, мяса не было. Вот. Но Шурик не из норы появился. А по поводу моего контейнера, который я оставлял, у меня вообще вопросы. Такое ощущение, что это, может быть, собаки забрали. Потому что Шурик, ну, кушал, такое ощущение, как будто он голодный. Если бы он такой контейнер съел, он бы с таким аппетитом бы не кушал. Смотрите, ребят, собака только что сейчас передо мной пробежала лиса, Шурик. И вот собака погнала его. Смотрите, она по запаху бежит. Охотится. Охотится. Шурик прибежал прям моментально пулей. Я ехал по дороге. Прям пулей пролетел. Хотел снять вам здесь дятла с красной такой головкой. И остановился. Вон она бегает. Так. Надо его угомонить. Че, ребят, видите? Взял себе трын. Ну, хочу объяснить, что так делать не стоит. Представляете, теперь все понятно, почему лисы пропали. Прям гонят, охотятся прям. Я прям вижу, четко охотятся по следу. Шурик так пролетел, я сперва не понял, что произошло. Потом вижу огромный пес, вот их 3 здесь. А, тем двум сейчас прилетело, а вот этот рыжий. Видимо, еще мы с ним не познакомились. Но я наперерез сюда подъехал, где они могли появиться. Пока никого не вижу. Возможно, малыш с ними в драке и пострадал. Ребят, смотрите, Шурик прибежал. Опять велосипед разбирает. Опа, Шурик, смотри, на. Иди сюда, иди бери, кушай. Ну ты спортсмен, я сегодня все видел, как тебя гоняли собаки. Ничего ты не пострадал? На. Да. Сперва одни собаки, потом другие. Проголодался ты, да? Я там тебе попить налил. На, кушай. Шуба у тебя вообще великолепная, братан. Дашь поносить зимой? Замаялся. Замаялся парень. Бедный вообще. Весь лес оббежал.
кушай, кушай, не бойся. Кушай. Нет никого, не бойся, кушай. Кушай, кушай. Что ты, наелся? На, еще возьмешь? Побежал, ребят, ныкать, смотрите. Ныкать побежал. Давайте ему там, не отходя от кассы, поможем. Смотрите, какой хвост у него красивый, пушистый. И носиком, правильно, носиком. Хозяйственный парень, на. Отя. Иди прячь подальше. Да, ребята, малыша пока нету. Сейчас все высыплю Шурику, что осталось у меня здесь. Молодец, сегодня пришел опять рано. Домой попаду тоже рано. Смотрите, глаза блестят. Хозяйственный наш идет. На. Вот еще здесь есть. На, иди сюда, Шурик. Нет никого, не бойся. Я тебя не дам в обиду, на. Бери. Будем вместе отбиваться. Прячет, пусть прячет, ребят. На, братан, два сердечка осталось. Вот еще одно здесь. Вот еще одно. Прячет, пусть прячет. Смотрите, ребят, какой он красивый. На. Атя, красавец, иди, прячь. Шурик здесь рядом со мной. Привет зрителям передашь? Ага, все, поздоровался, красавец. Смотрите, какой он красивый, хвост пушистый. Ты пойдешь или посидишь со мной? А? Такой ты пушистый стал. Красивый. Шурик, иди водичку попей. Вон водичка. Водичку попей. Я тебе приносил. Не хочешь? Изучает местность, ребят. Ладно, водичку он видел. Пусть ходит. Инстинкт у него охотника. Ребят, Шурик, пойдем, иди сюда, смотри, Шурик. Шурик, иди сюда, смотри, что здесь. Иди, 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 иди сюда. Вот, ребят, Шурик, я ему пытаюсь показать. Иди, иди сюда, на. Шурик, иди посмотри. Иди, 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 иди сюда, иди, иди посмотри. На, Шурик, иди бери. Иди бери. Смотри, какая у тебя там шея мясистая. Иди, иди, бери, не хочешь? Смотрите, закапывай. Не хочешь. Ну ладно, там еще одна есть. Не стал он это есть. Смотрите, так и бросил. Все, и пошел. Пошел, ребят. Ну ладно, все, Шурик, давай, пока. Ну что, ребят, вот удалось нам сегодня встретить Шурика, покормить его. Два раза он к нам сегодня пришел. Не знаю, кого благодарить. Наверное, хозяина леса, лешего. Мы его попросили, и он к нам пошел навстречу. Малыша сегодня не было. Ну ладно, ребят, ничего. Может быть, в другой раз малыш объявится. Надеюсь, что у него все в порядке. Все. Всем пока.